Сегодня я попробую все делать сама. Это не проблема, если все будут делать то, что им положено. Так? О, нет. Ветеринар ждет нас через 5 минут. Целую, валите, валите. Срочное родительское собрание сегодня в 5. Вы будете? Вот только няню найду, не знаю где. Чудненько. Нет проблем. Договорились. Что там у меня сегодня? Вы опоздали на совещание. Что же ты молчала? Невероятно, я опаздываю на свою первую же тренировку. Прости, я стараюсь. Старайся лучше. Блин. Праздник выпечки. Без ГМО, глутамата, глютена, консервантов, без кунжута, сои. И, конечно, без орехов, яиц, молока, масла, соли, сахара и пшеницы. Но нет. Простите, что? Я так устала пытаться стать идеальной мамой. Хватит. Ты сказала все то, что я всегда хотела сказать, но не могла. Правил до хрена и больше. Не наказывайте детей. И не говорите им нет. Мы из кожи лезем, пытаясь устроить нашим детям райскую жизнь. А им и так зашибись. Давайте будем плохими. А, я за. За плохих мам. Подруга, давай соберись. Надо уделать правильных мамаш. Это пончики из магазина, Эмми? Я тебя уничтожу. Давайте просто наваляем этой Бикси по титькам. Супер! Охренеть, что за бабкин лифак? Как будто для одной здоровой сиськи. Моносиська. Это мой сексуальный лифчик. Он что, из эластичного бинта в 3 слоя? Трогать жутко. Он твердый, да? Ой, боже. Это как маска для глаз, да еще из морозилки. В таком лифчике удобно. Разве что голубых клеить. Совершенно непонятно, правильно я делаю или нет. Мой сын все еще смотрит улицу Сезам, и то не врубается. А мой даже труд завалил. Моя дочка сперла деньги у бомжей. Как же я люблю этих засранцев. Готова просто умереть за них. Как только подумаю, что этот тупой обалдой уедет в колледж, то рыдаю. Перестань, я тоже. Дети, это дар небес.